Всем большой привет! В общем, в прошлом выпуске я говорила о 250 подписчиках. И действительно, когда я выставила это видео, я увидела, что как так, у нас упали подписчики. Оказалось, все не просто так. Дело в том, что YouTube сейчас борется с экстремистскими аккаунтами, так что если вы собрались разводить с кем-то ссору, либо просто написать негативный комментарий, я советую еще очень много раз подумать, потому что сейчас эти аккаунты будут блокироваться. Но у нас с Максимом сегодня очень большие планы, поэтому в первую очередь мы сейчас поедем продлевать байк, да? Опять продлевать байк. Ну а дальше по ходу будем уже думать. Все, мы продлили уже байк. Сейчас мы поедем в Тупом. Это магазин электроники в Паттайе. Нам там нужно купить будет петличку, хотя бы поискать ее. Если мы не найдем, то мы решили взять диктофон. Так, я возьму себе желе, как всегда. В общем, мы уже находимся в Тупоме. Здесь очень большой магазин электроники. То есть здесь разделено на несколько этажей. В общем, мы сейчас будем подниматься повыше. Все равно сюда, наверное, спустимся, батарейку. Да, нам Максиму нужно еще купить батарейку для телефона. Мы стоим, смотрим. Здесь вот мы микрофоны покупали. Походу, нам придется брать диктофон. Да? Ну, скорее всего, но не факт. Сейчас мы вообще найдем. В общем, сейчас я вам покажу Макса любимый отдел. Тебе уже карточка понадобилась. У Макса есть еще одна мечта. Это вот эти роутеры. Не знаю, будет их видно или нет. О, это компьютер. Прикольно. Что такой монитор? Началось заказы. А такой у меня есть? Да, такой у Макса есть. Только степанит. В общем, вот такой отдел. Макса любимый отдел. Сейчас поищем диктофон. Сегодня не выспалась. Мы легли поздно. Встали рано. Макс так вообще практически не спал сегодня. Что, идем искать диктофон? На самом деле Максим купил себе на вот роутер, который я показывала, но подарил мне камеру. Вот так. Пошли диктофон искать. Сейчас найдем. Сейчас приехали. Короче, Макс залип. Все. Мне надо двигаться, тогда он пойдет за мной. А если я буду стоять, то мы оттуда не уйдем никогда. Тогда мы тебе смотрим, залипаешь, никуда не хочешь. У ребеночка игрушку отобрали. Да, купи мне ее. Давай диктофон спросим и прям. Только где его искать? В общем, мы сейчас были вот в том магазинчике. Искали микрофон. Микрофон не нашли, но мы купили очки виртуальной реальности. Сейчас у них идет большая скидка, и мы их купили за 500 бат. Суть этих очков в том, что вы вставляете телефон и, то есть, подключаете специальное приложение, можете сидеть там, смотреть фильмы, просматривать, либо эти американские горки, которые сейчас в России популярны. В общем, мы решили себе взять. Я думаю, что это будет очень интересное занятие, тем более, что и фильмы можно также просмотреть. В общем, решили взять, сегодня будем тестить. Пока мы ищем микрофон дальше. А диктофон мы нашли один, они попросили 1800, но мы пока сомневаемся. Ну, в общем, прошлись мы по Тупому, не нашли ничего. Уже доехали до одной станции тук-тука. Сейчас пересядем еще на один тук-тук, потом еще на один тук-тук. И приедем к большому Деско-Лотосу. В этот раз мы с собой взяли уже карточку дисконтную, потому что я хочу проверить, какая скидка. Мы все время забываем
ее показывать. Сегодня мы будем закупаться, сегодня день закупания. А мы еще по-хорошему надо батику найти корм. А он на рынке. Да, очень далеко. В общем, здесь принцип тук-тука в том, что мы сейчас сядем и будем ждать, пока не заполнится весь тук людьми. Весь автобус. Автобус. Это средние минут 10, не понимаю. Мы пока сидим уже в третьем тук-туке, решили затестить эти очки на обычном видео, не знаю, получится или нет. Пришли в Тескалото, сейчас будем искать, что нам нужно. Тогда я предлагаю начать с мяса. Или мы пойдем отсюда? Ты сказала, походи. Все. В общем, пойдем по всем отделам, посмотрим, что нам нужно. Диски нам нужны. Купи машинку, купи машинку. Пожалуйста. В общем, здесь на самом деле очень много отделов, и можно найти от великов до мяса, все, что вы хотите. Сейчас мы находимся именно в магазине техники. Решили погулять по Лотосу, мы очень давно этого не делали. А, мы колонки хотели Максиму посмотреть, я вспомнила, что мы хотели сделать. Ну, цены, в принципе, неплохие, вот за 2700 крутые. Где зеленый цвет, Макс тоже любит зеленый цвет. Сейчас я его позову. Ему покажу. Ну и сейчас будет. Я потеряла его. Я ковриком пришла. Я хочу купить коврик давно уже. Макс, смотри, какие они. Крутые. Постель, да, ванная? Смотри, подушка ананас. У нас, в общем, есть рынок тайский недалеко от нас. И вот здесь вот такая штучка стоит 79 бат одна. У нас на рынке они продаются за 10 бат. Поэтому вот такие штуки я больше не покупаю. Вот, неплохая, но она без крышки. А, нет крышки. Зеркало, видишь? О, хороший костюм. Пока. Такую мы взяли за 480 денег. Много разных вкусняшек. А корма нет. Корма так нет. А сколько время? Смотрите, за 199 можно купить такую гигантскую. Вот такую гигантскую упаковку всяких сладостей для собак. Ему надо. Кость. Нету здесь кости. Можно вот такую взять. Ну да, тут мелкие люди. Что вот такие мы берем сладости? А, он ел такие, мы такие, да? Покупали, да. Ну, побольше, что ты знаешь. А что, это 10 или это 5? Ну, это потяжелее, да, будет. Размером. Ну, она все равно потяжелее, а это... Давай маленькую возьмем, она большая. Сейчас мы в отделе, где все оптом. Идет. Я иду. А, это же лапшички, да, хотел взять? Вообще посмотреть, что здесь есть. Да, мы сейчас в отделе сладостей. И есть у нас маленькие такие пластинки Oreo. Вот 51, вот такая вот упаковка. Надо печенье взять каких-нибудь будет. Ну, вот такие, Максим. Здесь есть, кстати, аналог печенья Oreo, вот такой вот. Выглядит очень даже похоже. Ну, тогда дома есть печенье в России, я вообще не ела. А здесь как-то даже трубочки за 27. Возьми. Шоколадные трубочки. Нет, такие это песочное печенье. Я помню, что еще это хочешь возьми? Да я возьму, чтобы было дома. Я не знаю, сделаю. Смотри, тут чупа-чупсы есть. Черные чупа-чупсы. Здесь конфетки Ментос очень дешевые. Но как-то мы их не хотим. Что-то сегодня перестала смотреть в камеру, хожу. Везде все смотрю. Глаза разбираю. Ой, нам риса надо будет купить. Мы недавно купили рис, а там оказался этот. Как его?
крупной клещ, или как он там правильно называется. В общем, на букашки ползали. И нам пришлось его выкинуть сразу же. Наш белый рис. Эй, ты так оставил? Там у нас камера вообще-то. Очки. Виртуальная реальность. Я хочу сок с личи. С ничем. Так, давай поставим. У нас холодильник не резиновый. Да, соки-то можно просто поставить. Вон яблочный, смотри какой. Ой, ты видел, Зайка? Девушка прям белая-белая. Ага, и причем разговаривает на тайском. Может быть это? Мусульманка? Нет, эти альбиносы. А вот еще сладости. Короче, пришли сладости на плать. Здесь еще примечательно, что есть чипсы со вкусом карамели, попкорна, суши, точнее роллы. Да, это еда. Вон с гребешком есть лейсы. Ой, что такое? Что здесь это такое? Какие они прикольные. Сахар. Да, вот это, да, вкусно. Наконец-то мы закупаемся. Мы сюда постоянно приезжаем закупаться и ничего не покупаем. Макс тут нашел какую-то штуку. Альфонсо. Это альфонсо. Типа сиропа. Наверное. Давай его возьмем. Есть? Вот. Новые прям стеллажи сделали, прям тесковская какая-то. Кашки добавлять. Слушай, сколько они стоят? 89,95. А это что такое? Виноград. Сироп. Сироп. Сиропы. Наконец-то дошли сиропы до Таиланда. Да. Это чаи. Да. Ух ты, они смотрите, шаги. Какие. Ассам, Цейлон, этот Эрл Грей. Шоколадный здесь чай. Причем они дешевле стоят, чем наши. Ну давай попробуем ее. Что я не люблю томатные пасты. Ну, давай, а эти... Нет, в смысле, это не томатная паста, бери. Вот есть песто, вот для этих есть. Для... Даже мне скажу тебе греческого. А, тут еще миллион всего. Как круто. Сладкий чили сухой, прикинь. Масло какое. Это да, чипс. Масло 150 бат. Ну, смотри, какое. Только не дорогись. Че? Ну, видишь, что такое. Похож на наш. Да? Да, у нас Макс фанат майонеза, говорит, что похож на наш, хотя наш он не ест, а ест корейский майонез, но он похож на наш. Ну, он же наш. В общем, вот мы с Максимом уже набрали сколько всего. Не знаю, во сколько выйдет, сейчас посмотрим, во сколько это выйдет со скидкой. 362. Да, 362 вышли все продукты. Я, конечно, думала, что у нас выйдет больше. А карточка NPR. Возьми денежку. Почекайте. А карточка оказалась накопительная. Скорее всего, там баллы будут на ней. В общем, у нас вот такой чек. Ой, а что это за чек, мам? Что это? Баллы, наверное. KFC 3-1, что-то там еще где-то. Сейчас мы спросим. Вот и все, мы возле Лотоса взяли такси, там есть такси-сервис, договорились, что нам куда надо ехать, за сколько. 200 бат, сразу скажу, да. В общем, сейчас мы Максима выбросим возле 7-Eleven недалеко от нас, потому что там стоит байк. А я с таксистом доеду до дома. И все, и мы будем, придем домой, я буду готовить кушать. Вот такой вот день у нас вышел плотничком. Есть. Да подожди сейчас. Порт сесть нет. Хочешь? Облокотиться. Я-то первый раз на такой штуке. Ну, в общем, и вот день подходит к концу. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы не забудете поставить лайк, подписаться. Ну, а если вы хотите посмотреть полный обзор на очки VR виртуальной реальности, то напишите об этом в комментариях, то мы покажем полностью, за сколько мы его взяли, как его распаковывали, какие есть приложения и наши реакции на эти приложения.
были... Да я не успел. Всем пока!